Спасибо, спасибо. На самом деле просто невероятно, очень рады приезжать в Казань. Для меня это на самом деле первый раз, и я просто невероятно счастлива, потому что я давно знаю Дамира, представителя компании Remark, и на самом деле безумно рада именно приехать сюда, потому что он всегда интриговал вашим замечательным офисом, сказал, что если я тут у вас побываю, то мне захочется здесь работать и здесь постоянно находиться, и это действительно так. Поэтому всех партнеров вашей компании вместо вас сюда приглашаю, надеюсь, вы тоже приглашаете. Вот, и я приглашаю, потому что здесь, правда, очень атмосферно, очень здорово, поэтому милости просим сюда, в компанию Remark, здесь просто невероятно. Спасибо вам. Расскажите, пожалуйста, про то, что вы нам привезли. О-о-о! Подозреваю, много сюрпризов. На самом деле, да, мы привезли много всего интересного. Здесь, на самом деле, такая небольшая часть этого представлена. Сейчас я вам расскажу. То есть вот это вот наш рюкзак, который называется коллекция Мильорес. Это один из первых рюкзаков. Это, на самом деле, мой вот личный рюкзак. Вот я вам сейчас покажу доказательства. Вот у него здесь багажная бирка. То есть он тут заполнен. На самом деле, вот я очень часто мотаюсь в командировки. Вот на этой неделе у меня тоже две командировки. И вот у меня чемодан, который сдается в багаж. Это там только вот рабочие образцы. А все свое ношу с собой. То есть я его практически уже не разбираю. То есть только там это меняю иногда что-то местами. Вот очень-очень вместительный, очень компактный, огромное количество карманов, очень тоже все удобно. Сзади потайной карман для паспорта, для всяких таких вещей, которые нужно скрыть от внешних глаз. Здесь вот с наушниками, с проводочками внешний карман. Тут вот ключики, всякие резиночки для волос. Ну и внутри, естественно, отделение для ноутбука. У меня там подушки всякие летные лежат. На самом деле очень большой, очень вместительный, удобный рюкзак. Он, кстати, бывает с двумя видами подкладки. Вот у меня тут он с бирюзовой, а еще бывает с серой подкладкой. Вот, и как такой подарок выглядит на самом деле очень и очень достойно. Плюс ко всему, у нас появляется в этом году обновление наших рюкзаков, таких как Лиардо. Они становятся уже Лиардо Плюс, изменился внешний материал. Раньше, если он был, все эти рюкзаки были вода от водонепроницаемые, то вот эти вот уже получаются водоотталкивающие. То есть действительно материал не впитывает влаги, и появляются новые дополнительные фишки, такие как, например, лента для удобства использования рюкзака там, в путешествиях. Например, можно повесить на багаж. Также идут отделения, эргономичные спинки, удобные ручки, удобная здесь тоже ручка-фиксатор. И плюс ко всему, рюкзаки наши делятся на два типа по хранению. То есть есть вот такие вот рюкзаки чемоданного типа хранения. То есть это для тех, кто любит из пункта А в пункт Б перемещать. Заложил все, что необходимо. Кстати, здесь есть тоже для USB выходы для того, чтобы внутрь можно было подключить аккумулятор, а с внешней стороны, собственно, уже телефон или зарядное устройство. Возвращаем. Положили, все, что нужно, сюда ноутбук, и закрыли, и отправили. То есть на бегу такой рюкзак открыть, на самом деле, ну, не очень удобно. Но для тех, кто любит пользоваться рюкзаками на бегу, у нас есть вот такой вот замечательный рюкзак. Это называется «Конвеза». И вот этот рюкзак уже, на самом деле, является прям вот абсолютным раем для тех, кто любит все свое носить с собой, и при этом, чтобы все, у каждого было свое место. Здесь огромное количество карманов, есть вот такие кармашки-малютки, здесь, например, подсказочки, что это для проводов, для ноутбука, для планшетов. Огромная вместительность, есть ограничители, чтобы ничего у нас не выпадало. И мое самое любимое отделение, помимо того, что здесь вот, да, есть такое широкое, есть еще одно на замочке отделение, и мое любимое отделение для очков. Внутри велюровая ткань, которая позволяет нашим очкам быть защищенным от различных царапин и так далее. Вот, по персонализации, естественно, как я уже говорила, термотрансфер и примерный, вернее, шизик, на который можно делать свою печать, наклеечку полимерную, либо гравировку.